Привет, уважаемые подписчики, и добро пожаловать на нашу очередную стройку. Мы сегодня оказались в Саржинке. Саржинка — это рядом с Сертолово, Ленобласть, Петербург. Одноэтажный дом из газобетона, больше, чем обычно, 10,5 на 19. Довольно-таки просторный одноэтажник. 163 квадрата общая площадь, 5 комнат в этом доме, просторная кухня-гостиная, 2 террасы. Террасы занимают еще 85 квадратов. В общем, вот такой проект. Сейчас идет второй этап. Мы строим стены, делаем крышу. Прямо сейчас занимаемся каркасами террас. Предлагаю пойти посмотреть, что происходит на объекте, и обсудить планировку этого дома. Подходим к дому со стороны заезда. Прямо перед нами крыльцо и входная дверь. Крыльцо под двускатной крышей. Размеры крыльца 1,5 на 3. Преддверная решетка. И заходим внутрь, попадаем в прихожую. В прихожей не совсем еще готовы перегородки внутренние, но тем не менее уже можно составить представление о планировке дома. Прямо напротив входа маленький санузел будет. И из него же проходной санузел. Можно попасть в котельную, а из котельной на террасу. Ну, посмотрим чуть позже. Начнем же с кухни-гостиной. 42 квадратных метра, просторное помещение. Немножко нам портит вид наш станок, он прям посреди. Но ничего страшного, все-таки стройка же. 42 квадрата, потолок при этом обычный, без выкрутасов, прямой. Деревянное перекрытие, будет подшивка доской, либо гипсокартоном. Вы видите балки составные из досок и фанеры. На эти балки приходятся опоры конька и подпорного пояса для стропил. Наверху будет холодный чердак. Утепление сделаем потом на третьем этапе. Ну ладно, посмотрим дальше, что тут есть. Большое широкое окно в зоне будущей кухни. Там именно будущая кухня. С этой стороны видно трубы, кабели вдоль стенки. Перед окном будет, видимо, мойка, раковина. И хороший вид. Елки, лес, друзья. Там склон, там деревья, там нет соседей. По крайней мере, сейчас. Надеюсь, что и в будущем тоже. И слева во фронтонной стене проход на террасу. Будет стеклянная дверь. Широкое окно. Там уже видны какие-то соседи, но уж куда уж без них. И еще одна дверь на террасу. То есть вот две двери из зоны кухни, из зоны гостиной можно выйти. Ширина террасы 3 метра. Пока от этой террасы есть только часть обвязки. В процессе наша стройка, как я говорил, как раз-таки собирается каркас террасы. Вот она такая широкая, открытая. Здесь 70 квадратных метров, учитывая ту часть, что загибается за угол дома и доходит аж до будущей сауны. Но это мы сейчас увидим. Терраса собирается, как обычно, на сваях, деревянные лаги, деревянные прогоны, антисептированная доска. К дому она крепится с помощью закладных шпилек УШП, вот там гайки с большими кузовными шайбами. Ну и вот так вот обвязка крепится к дому, дальше к ней уже приколачиваются лаги перпендикулярно. Ну а потом можно сделать настил из террасной доски. Давайте заглянем за угол, сквозь леса. Вот там процесс идет. Дальше двигаемся с вами, друзья. А с этой стороны большое окошко. Ну, вот в это помещение, это половина помещения, уже зона гостиной. Будет диван на стене, видимо, какой-нибудь телевизор. Давайте еще в угол отойду и посмотрим целиком. Вот такая кухня-гостиная. 42 квадратных метра, повторюсь. Очень просторная и... Будет светло, я думаю, в какой-нибудь день поярче, не как сегодня. Сегодня везде темновато. Перед нами коридор. Такой большой дом, 19 метров в длину. Конечно, не мог обойтись без коридора. Коридор 11 квадратов, и там дальше еще холл, еще 8 квадратов. То есть почти 20 квадратных метров. К сожалению, теряем мы на коридоре, но что ж поделать.
Перед нами будущая котельная и, как я уже сказал, санузел, но пока нет перегородки, не очень понятно. Лучше посмотреть планировку. Планировка есть по ссылке в описании. Справа трубы теплого пола, горячей и холодной воды. Ну, в общем, все то, что обеспечит этот дом теплом и водой. А за этой стенкой здесь будет стенка и здесь будет дверь. Большой просторный санузел. То есть там тоже будет унитаз, умывальник, раковина, ванная, душ. Ну, все, что нужно. Фановая труба перед нами в кадре. Вот с этой стороны будет стоять унитаз и прямо за стенкой с другой стороны тоже. Ну, а сама фановая труба пойдет на крышу. Вентиляция стояка нам нужна. Так, возвращаемся обратно в коридор. Прямо перед нами входная дверь для понимания. Ну, а вот здесь вот проход в санузел с душем, с ванной, про которую только что говорил. И из него можно попасть в сауну. Вот прямо перед нами, как ни странно, сауна. Странно, потому что в сауне тоже есть дверь, которая ведет на улицу. Я такого никогда не видел. Зачем это сделано? У меня понимания нет. Может быть, вы знаете. Ну, вероятно, чтобы нырять из сауны сразу в сугроб. Но просто как бы из парной, из непосредственной сауны выход на улицу я вижу впервые. При этом она небольшая. То есть я вот показываю, поддон к стенке прислонен. Это вот все это помещение. Это и есть сауна. Там 2,5, что ли, квадратных метра получается. Почему так, не знаю, но, наверное, так надо. Вот выход на террасу, которая у нас в процессе. Соответственно, огибает она дом. По ней можно дошагать до входа в кухню-гостиную, если захочется. Так, ну и вот обратно, да. Обратно через сауну попадаем в санузел и попадаем в коридор. Дверь напротив – это кабинет, если верить планировке. 11 квадратных метров. Ну, в общем-то, комната свободного назначения. Там может быть все, что угодно. Не обязательно кабинет. Может быть, гостевая, может быть, что пожелаете. И по коридору мы проходим в сторону холла. Здесь коридор как бы расширяется. Первая дверь справа – гардеробная. Такая обособленная. Я бы, честно говоря, делал ее возле входа, но это я или там кто-то еще. А вот заказчику удобнее, чтобы гардеробная была поближе к спальням. Ну, может быть, в этом есть свой резон. Гардеробная, по-моему, то ли 7 квадратов, то ли сверится с планировкой. У нее есть окно тоже в сторону заезда, оно выходит. Ну, комната, естественно, пока ничего из себя не представляет. Стены, голые стены. Дальше справа у нас 2 спальни. Обе по 12 квадратных метров. Из каждой спальни можно выйти на вторую террасу. Вторая терраса поменьше, она 1,5 метра в ширину, 15 квадратов. А та терраса, что возле кухни, гостиной и сауны, она широкая, она 3-метровая. И у нее площадь там что-то в районе 70 квадратных метров. То есть суммарно терраса занимает очень много места у этого дома. И вот я выхожу на улицу, чтобы показать вам, что на террасу можно попасть из каждой комнаты с этой стороны. То есть в этой фронтонной стене 3 балконных двери будет на террасу стеклянных. Ну, так вот реализованы окна в спальнях. В принципе, интересно. Насколько это удобно, опять же, не знаю, но тут каждый выбирает для себя сам. Мы вернулись в спальню, проходим в холл, впереди коридор. Справа у нас, ну, еще одна спальня. Смысла показывать вроде и нет. Ну, вот, ну, спальня. Все понятно, да? А это помещение на планировке называется мастерская. Мастерская, 15 квадратных метров с окном. И из мастерской налево проход в санузел. Зачем мастерской свой санузел? Не знаю, наверное, так нужно. Санузел, ну, санузел как санузел. Метров 5, по-моему. Если не путаю, квадратных окно в санузле у нас есть. То есть можно мыться и наблюдать. Ну или не только мыться, а что-нибудь еще делать и наблюдать природу. Возвращаемся обратно в мастерскую. И еще одна дверь. Проход в комнату, которая на планировке называется детская. То есть вот мастерская, а дальше детская. Тоже, по-моему, 12 квадратов. Такая же комната, как и предыдущие 2 спальни, с выходом на террасу, друзья. И на этом помещения дома заканчиваются. То есть мы, в принципе, весь дом посмотрели. Повторюсь, почему именно так,
Затрудняюсь вам сказать, но вот такая уж планировка. Коридор с холлом место съедают, как я уже говорил. Ну, тут есть такой выступ. Вероятно, в углу появится тоже какая-то полезная мебель. Ну, то есть как-то это пространство будет использоваться дополнительно. Коридор можно сделать, конечно же, уже, чтобы сэкономить квадратные метры и отдать их там в пользу спален или еще куда-то. Но тогда он будет какой-то более мрачный. А так он не давит. Такой широкий проход. Выглядит нормально. Ну и возвращаемся мы обратно, чтобы, так сказать, завершить наш обход дома. В кухню-гостиную. Вот. Даже в этот сумеречный день, туманный, вечером в декабре здесь, в принципе, светло. Ну, светлее, по крайней мере, чем везде. Такие вот дела, друзья. Ну, наверное, все показало, что в этом доме будет. А уж как вы примете такую планировку, это, пожалуйста, в комментарии. Там и обсудим. Выходим обратно на улицу. Прежде чем написать свой комментарий, помните, что ваши планы и ваше видение касаемо дома может очень сильно разниться с тем, какое представление у заказчика этого или любого другого объекта. То есть у нас у всех есть свои идеи и планы, мы как-то планируем то, что нужно именно нам. И не всегда нам всем понятны чужие соображения, я думаю, что это нормально. Также те помещения, которые на планировке отмечены и как-то названы, естественно, могут выполнять некие другие функции. Кабинет может стать спальней, спальня кабинетом, ну и все такое. Я полагаю, что это понятно, но тем не менее стоит повторить. Будьте осторожны в ваших высказываниях. Надеюсь, что дом, тем не менее, вам понравился. Да, он такой немного своеобразный, но зато большой, просторный. Там классная кухня-гостиная с отличным видом. Я завидую заказчику по поводу этого места. Место стоящее, точно. Спасибо, что смотрите, спасибо, что оцениваете так или так, пишите ваши комментарии. Ну а мы с вами увидимся в следующих сериях. Надеюсь, что будут какие-то технические моменты освещены тоже, потому что в последнее время у нас в основном обзоры, обзоры, обзоры. Но разные объекты, разные дома, это ведь тоже по-своему представляет какой-то интерес для вас. По крайней мере, я на это рассчитываю. Все, всем спасибо, всем пока, до новых встреч.